Лед тронулся, господа присяжные заседатели. Командовать парадом буду я. Красота-то какая, лепота. Да, хорошая конура, большая. Вы кем в управлении-то? Я работаю в отделе кадров. О, что ж так плохо за кадрами смотрите? Бегают куда хотят ваши кадры, а вам и дел нет. Вообще-то, знаете, у нас текучки нет. Граждан, я не стану говорить о цели нашего собрания. Она вам известна. Цель святая. Человек, как никто из живых существ, любит создавать себе дополнительные трудности. Мы бояре, народ работяги. Такая уж у нас боярская доля. Дети, цветы жизни! Ла-л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 а. Эх, Вов так любил, он меня буквально носил на руках. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Вы, конечно, не знаете о существовании этого города. Вот вырезка из малой советской энциклопедии. 1 360 000 жителей. Главные улицы города по богатству магазинов и великолепию зданий не уступают первым городам мира. Мулаты, миллионеры, бухта, Чарльстон под названием «У моей девочки есть одна маленькая штучка». 1,5 миллиона человек и все поголовно в белых штанах. Сильвопле, жалопле. Олег Лизир! Что-то мне не нравится здешний режим. Это мой крест! И нести его мне! Третьим будешь? Что? Третьим будешь? Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Большая взаимовыручка. Мы рады встретить в этой тревожной обстановке преданного борца. Ничего трогать нельзя. Пардон, мадам. Прошу вас, господа. Наших в городе много. Каково настроение? При наличии отсутствия я бы сказал... Хорошо. Отец русской демократии и особо приближенная к императору. Это что, новая партия старушек? Это сирот. Тяжелое наследие царского режима. Пора, турист. А теперь действовать, действовать и действовать. Прошу делать взносы в порядке старшинства, господа. Ну, да.
коллегой прибыли из Берлина, но об этом не рекомендуется говорить вслух. Я смогу. Я докажу. Я покажу. Мне узнают. Лето, море, солнце, воздух и вода. Один я в царстве раскаленного бетона и душного асфальта. Что это за жизнь? Да, это я. Ну, хорошо живу, купаюсь в бассейне. Пью джинс, оранжат, да-да, прямо не выходя из бассейна. У меня много друзей, машина, личный шофер. Извини, старик, ко мне тут Челентано зашел. Двигался в неизвестном направлении. Как прекрасен этот мир, посмотри, как прекрасен этот мир. Они шли навстречу судьбе. Они сближались. А мне надоело все. Скучно. Хочется запросто с народом, простыми парнями, какие у нас на каждом шагу. Я вся такая внезапная. Сегодня я буду кутить. Весело, добродушно, со всякими безобидными выходками. Я прокачу! Граждане, такси свободен! Прошу садиться, граждане! Следующего заседания будет объявлено особо.